Всемирное антидопинговое агентство на 4 года дисквалифицировало Россию за нарушение допинговых правил. Исполком ВАДА также лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Чиновникам и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать соревнования в качестве официальных лиц. Запрет касается двух ближайших Олимпиад – летней в Токио в 2020 году и зимней в Пекине в 2022. В то же время в ВАДА не стали вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в соревнованиях. У тех, кто докажет свою непричастность к допинговым нарушениям, остается возможность выступать под нейтральным флагом. Опять же, надо видеть в этом плюс, и главный плюс, наверное, мне, как в первую очередь еще молодому довольно человеку, виднеется в том, что сейчас идет как раз-таки время, когда, может быть, руководители спортивные, которые до сих пор управляли нашим спортом с такой старой советской закалкой, идут, и такие, как мы, молодые, придем и будем реформировать наш спорт, потому что у нас уже есть опыт, у нас есть желание, и мы понимаем, куда надо двигаться, несмотря на все эти запреты и лишения. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.